Гертруда, расскажи мне, пожалуйста, что ты делаешь? Гертруда, что ты делаешь? Ты бы лучше яички отложила, чем делать то, что ты делаешь. Все, ты угомонилась? Она меня что-то напугала даже этим. Гертруда. Ты же беременная женщина. Кому ты это показываешь? Гертруда. Да, нам нужно немножко экзорциста. Ты же яички собираешься откладывать. Откладывай яички. Ты что делаешь? Ты пресс качаешь? Ты отжимаешься? Что ты делаешь? Грушенька. Гертруда. Выглядит весьма странно. Мне это немножко пугает. Но мне кажется, беременная женщина не должна вести себя таким образом. Сидит в закрытом террариуме. Вот-вот рожать. Вот-вот рожать, да. И начинает вот эти вот танцы без пауз. Ты долго будешь это делать, Гертруда? А, Гертруда? Расскажи, ты долго будешь это делать? Мне тоже так кажется. Девочка, все? Ты угомонилась? Чего такое? Все? Ты спокойна? Маленькая. Ты меня напугала, ты это знаешь? Слушай, ты до ночи будешь это делать теперь? Это, конечно, безумно красиво. Но тебе и отдохнуть как бы надо. Ох-ох-ох.